В своих работах участникам конкурса удалось сконцентрировать все многообразие городской и сельской жизни. Однако, как отмечают организаторы, региональных работ поступило не так много. На выставку пришло довольно много фотографий. Это не только город Одесса, это Измаил, Южный, Грыни. 13 районов области приняло участие в этом конкурсе. В основном это, конечно, и представители СМИ, но и любители фотографий. По словам председателя фотографической ассоциации, участники сумели найти нечто новое в совершенно обычных вещах. Так, жительница Фрунзенского района Виктория Манич представила на конкурсе особенную фотографию, на которой запечатлена школьная автобусная остановка. Видно, что это не был какой-то праздник или там постановочный момент. Просто дети так вот, как всегда привыкли в селах. То есть старшие спереди, младшие спереди, старшие сзади. Ждут такая действительно теплая фотография, по которой видно, как живет вот село. Отобрана была экспозиция из 120 работ, которые и приняли участие в конкурсе. Победителем стал фотограф Алексей Визиров, чью фотографию «Под дрова» жюри признала лучшей среди множества других конкурсных работ. Чаще всего фотографирую село и жизнь села, людей села. Вот одна из работ, которая у меня, вот это есть, снята она в селе Червонознаменка. За эту работу я получил первое место. Александру удостоили не только грамоты, но и памятного подарка – чехла для фотоаппарата. С ним он и отправился в дальнейшее творческое путешествие по Одесской области. Екатерина Лапицкая, Алексей Кулигин, Новая Одесса.